А перед началом этого ролика хочу сказать, что у меня на канале стартовал зимний розыгрыш подарков в Русской рыбалке 4. И если ты еще не знаешь про этот розыгрыш, ознакомиться сможешь по ссылке в описании. Всем привет, ребятки! С вами Дриллер и Русская рыбалка 4. И в этом ролике речь пойдет о ловле линя на старом остроге. Точка не новая, точка не про фарм, но лень на этих координатах клюет. Так что хочу с тобой ею поделиться. Но прежде, попрошу тебя подписаться на мой канал, а также поддержать этот ролик своим лайком и комментарием. Для меня это очень важно. Спасибо тебе. Итак, как я уже сказал, точка не новая. Находится она в квадрате Е3. Совсем недалеко от базы, и даже если ты новичок, то с легкостью ее сможешь найти. А координаты по компасу 35-58. Клипсу на этих координатах я использовал 8 метров. А заброс сделал прямо в ряску. И прежде чем ты отправишься на эту точку, хочу тебя предупредить, что нет-нет клюет амур. Так что будь аккуратнее. Трофейного линька я, к сожалению, не смог поймать, не могу сказать, что залетного, но вот леща трофейного я тут поймал, на медовое тесто. И быть может, если использовать наживку, которая больше будет импонировать лещу, ты найдешь тут его клев. Я не пробовал, но ты, если хочешь, попробуй. Сборку я использовал ту, которую ты видишь сейчас на своем экране. Из наживок лучше всего себя показало медовое тесто. Пойдем смотреть на результаты моей рыбалки. На точке стоял 1:20 и за это время заработал скромные 170 монет. Наверное, все же прошли те времена, когда на лине можно было хорошо пофармить серебра. И теперь он интересен как закрытие трофея. Могу, конечно, ошибаться, но любопытно будет почитать, что ты думаешь на этот счет. Так что пиши в комментариях. У меня же на этом все. Трофейные тебе поклевки и не прощаемся.